Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды, и у нас остается буквально полтора часика до конца, ребята, сезона. А в данный момент, как ты видишь, час 56 на откат идет. Поэтому нам нужно сделать сегодня что? Прорыв. Да, нам нужно вернуться в Лигу Мастеров 3 звезды. Потому что я вчера не мог играть, и позавчера не мог, потому что работал. Вот сегодня у нас, как говорится, момент истины. Ну что, потихонечку, наверное, начнем. Так, 79-й ранг, да, против нас. Ох, возьму я Нармагона и Кожеголового. Вот вдвоем они пойдут. И надеюсь, этого будет достаточно, чтобы прописать им некислых люлей. То есть, как ты понимаешь, сегодня у нас будет две серии по черепашкам. Первая выйдет эта, а вторая уже выйдет после того, как у нас состоится турнир. Оу-оу-оу-оу, тихо. Блин, я совсем забываю про этого Майки, а. Но, слава богу, мы выиграли здесь и продолжаем. У нас не так уж много, конечно, персонажей мощных и не так много откатов. Так что я даже не знаю, успеем ли мы пробиться сегодня в топчик. Хотя, на самом деле, это не обязательно. Нам главное, чтобы у нас была Лига Мастеров 3 звезды. Вот это самое главное, чтобы она сохранилась до конца, как говорится, турнира. И тогда все будет хорошо, мы с тобой получим награду в полном объеме. А первое место ты займешь или там, например, 95-е, даже 99-е, это все равно уже идет в зачет. Даже если ты 100-е место займешь. Главное, чтобы ты не упала в Лигу Мастеров 2 звезды. Вот тогда будет немножко обидно, конечно. Так, хороший был удар, но слабоватый, поэтому Леонардо придется добивать. Ребят, сейчас снимаю без камеры, очень плохо себя чувствую. Я не знаю, у меня такое впечатление, что у меня аллергия. Прикинь? Тут с магазина пришел рюкзак Сазона, какой-то весь пахучий. Вот, каким-то духами, я не знаю, или туалетной водой какой-то. И я его, ну, не обратил внимания, положил его в этот, ну, на шкаф, короче. И потихоньку-то у меня начался вначале кашель, потом у меня начали слезиться глаза, потом что-то начало пухать. Короче, этот рюкзак я сейчас выложил в коридор туда, пускай там просвежается. Вот, но дело в том, что кашель не проходит. Блин, и глаза очень сильно чешутся. Мне кажется, что какая-то там фигня, короче. Чем-то он был не намазан, а напшикан тем, что мне не подходит. Поэтому снимаю сейчас без видеокамеры, как ты видишь. Ну, я думаю, и так все. Блин, ну что ты будешь делать? Я жирная, ты тушенка. Блин, зэк этот. Я не понимаю, почему. Ай, твою налево. Этот слэш, я еще раз, ребят, говорю, ну нету на него никакой надежды, на этого слэша. Ты видел, он сделал свой массовый удар. Он даже никого не добил. Просто никого не добил. Достал он, а, уже в корень. Ай, ну вот что тут делать. Ну тут придется, наверное, вот так вот. Я другого варианта не вижу. Вся надежда у меня идет на кого? Ложится на Усаги. Рокзар, если только будет брать провокацию. Я не знаю, что из этого получится. Так, Кунай бросаем. Дальше, дальше берем провокацию. И добивка, надеюсь. Да. Но тут хорошо получилось. Я уже думал, что сейчас Джастина придется подключать. Ну, чтобы он там разнес всех. Так, 70-я позиция. Откаты мы еще пока с тобой не тратим. Все это у нас в целости и сохранности. Возьму Супер Шреддера и, наверное, Бакстера нам надо взять. И Донателло на всякий случай. Так, раз, два. Попробуем. Попробуем. Так, у всех? Нет, не у всех. Но в любом случае сейчас добьем их, да. А на тех повесили постепенно урон. Ну, Супер Шреддер, как всегда, у нас малорик, поэтому... Чего ж тут? Почему бы его не похвалить? Так, 9 ступенек всего пролетели. Вот я об этом говорю, ребята, они начинают зажимать. Просто зажимать.
не дает мне нормально поиграть. Постоянно начинает мне отдавать меньше кубков, чем я достоин. Ладно, давай поставим уклонение. Так, после этого сделаем, давай массовую, наверное, лупанем. Кстати, сейчас посмотрим заодно, сколько мы хп отнимаем у них. Но ты посмотри, я тебе скажу, неплохо. На сотом уровне они будут врубать всех их. Нати-ка. Да, кролики на сотке будут, наверное, всех гасить с одного удара. Это явно. Ну что, полтинник дадите мне? Нет, 51 место. Продолжаем. Продолжаем, друзья, бомбиться. Тут пойдем уже брать наши откаты. Так, два откатика и... Раз, два, три. Поехали. Ну что, первым, наверное, будет Армагон, потом Крэнк. Так, Армагоша и давай Крэнк. Сделаем, наверное, луч. Можно было бы, конечно, и ракеты, но все-таки лучом надежнее. Потому что ракеты, вдруг они промахнутся или еще что-нибудь, или не сработают. А луч, как говорится, 100% гарантия того, что мы разнесем их. Давай 41-ю. Блин, 42-ю, а? Ну ты посмотри. Так, берем такую же гарантировку. Давай, наверное, здесь еще возьму Леонардо. Блин, маузеры. Ёпарасеты. Блин, ребята, маузеры, а у них инициатива офигенная. Блин. Армагон, сможешь вырубить их, а? Молодец, красавчик. Просто помнишь, мы в прошлой, по-моему, серии не добились с тобой этих кроликов, и они потом с одного удара практически весь отряд мы вынесли. Вот и че. Теперь, короче, кролики. Кстати, раньше их не было. Вот что я тебе скажу. Раньше их в отрядах не было, во вражеских. Теперь почему-то появились. Единственное, кого я не видел во вражеских отрядах, это еще Супер Шреддера, да? И Крэнга. Этих ребят я еще не видел ни разу у противника. Так, Армагон плюс Крэнг. Раз, два, три. Мы уже можем, в принципе, заканчивать. И награда будет у нас по фулке. Но я уже добью тогда уж. Так, Хан, ты прикинь, Хан стал ходить первым. Да. Он пошел первым, и это на 79 уровне, ребят. Переплюнул моего Армагона и переплюнул моего Крэнга. Вот так вот. Он бы мог спокойно ударить кого-нибудь, да? Либо этого, либо Кейси Джонса. И все, и вырубить их. Ну что, 23-я позиция. У нас 4 отката. 4 всего лишь отката. Сможем ли мы вырваться в топчик или же нет? По идее, нам нужно выиграть 4 поединка. Так получается. Так, эти обмякли, упали. Давай, Леву, жги. Красавчик. Ну и давайте показывайте мне, на какую позицию я там перемещусь. Опа, 13-е. Окей. Два отката, как раз последние откаты. Давай сделаем так, сделаем так. Раз, два, три. Нам еще ежедневки с тобой выполнить, поэтому там еще получим 4 отката. Так что в любом случае все получится. Хопа. Так, естественно. Естественно, сплинтер будет контратаковать. Как же без контратаки? Тем более на 79-м-то уровне. Ха. Это даже не обсуждается. Ну. Попадем? Нет, ребят. 3-я позиция. Ну что, поехали. Ксивер Монтас. Его легко узнать по его торчащему ножичку. Так, и поехали. Нам нужно пройти серию испытаний. Угу. Ну что, Армагон, Бакстер, Кожеголовый, Эдиты, Ванька и... Не, давай, наверное, мы сделаем, хотя... Хотя... Давай вот так, наверное, я лучше сделаю.
возьму Усаги. Давай, сладкую месть. Так, добьешь? Ярость они ставят им. Ага, еще и провокацию. Ну-ка, рви его. Пам-пам-пумс. Не пробил. А если мы из пулеметки? Отлично. Вторая волна. Стоят тут охламоны. Давай, Усаги, жги. Повесь на них постепенный урон. И он так и сделал. Он повесил на них постепенный урон. Причем на всех. Тут уже можно их по одному разбирать, они все равно отдупляться. Ну вот и серия испытаний у нас получается пройдена. Мы прошли. Так, у нас там еще поднять уровень персонажа. Я не знаю, хватит ли у нас мутагена, но по ежедневкам мы пробежимся. Поэтому идем на маузеров и смотрим. Нам нужно прокачать вот это, да? Так, не хватает одного джойстика или геймпада. Геймпад. Так, нашли. И... Подожди. Зачем ты это делаешь? Нам нужно вот что. Нам нужны ящики с инструментами. 10 штук. А нам выпадают комиксы из канализации. Первый ящик нашли. Так, второй есть. Третий. Четвертый. Так, 10 нужно. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И последний ящик. Десятый. Все, друзья, прокачиваем до 6-й ступени. И получается, нам нужно прокачать вот этот вот пассивку, да? И наушники, конечно. Запаришь ты их искать, эти наушники. Вот что я хочу сказать. Так, по-моему, мы выполнили задание. 24 200. Не хватает чуть-чуть, да, нам мутагена. Так, у нас на ежедневке. А, у нас тут пицца разыгрывается. Ну что ж, тогда придется, наверное, придется кому-то слабенькому прокачивать. Чего? Блин, не то делаю. Вот так вот. Ну что, друзья, у нас еще тут вот. Сколько нам совсем чуть-чуть не хватает, да? 530, насколько я помню, надо. Ну, давай тогда все потратим. Да, на самом деле очень большие траты идут. Я имею в виду именно по нашим телепортам. Просто на глазах тает. Ну ничего, скоро это закончится. Скоро эти телепорты у нас будут копиться, так же как и сюрикены. Лежать, как говорится, мертвым грузом, и никуда ты их не потратишь. Так что тратим. Тратим, тратим и еще раз тратим. Нечего, как говорится, их тут жалеть. Так, уже 780, все, ребят, кончилось. И бежи в магазин. Предметы. Жетоны. Приобретаем. Ну что, ребят, вот и 89 из 100. Остается еще 11 ДНК. И пит будет прокачанный. А на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.